Меня зовут Валентина. У меня была большая проблема. У меня была язва желудка. Панкреатит у меня хронический. И когда мне знакомая посоветовала пить коралловую воду, я попробовала. Я этому вообще не верила, но потом я поверила. Мне стало лучше, лучше и лучше. Я постоянно эту воду хочу пить. Мне она нравится. У меня шейно-грудной остеохондроз. Я стала чувствовать, я пью воду часто, ну как, и много, и часто, и как-то вот, и мне стало как-то легче, у меня энергия больше появилась, у меня желудок не болит, боли в кишечнике у меня нету, на суставы у меня тоже, я вот такое ощущение, как будто вот я вылечилась.